Внимание! Данное видео содержит нецензурное убрание. Рекомендуется к просмотру этим достигшим 18 лет, так что пошел нахуй. Здорово! Да, ну, типа, привет, короче. У нас какая-то хуйня заспавнилась. В общем, у нас прохождение игру не под названием Defiance, или как там, короче, зовёт столько серий, так и не могу нормально выговорить это название этой игру не. В принципе, мы в прошлой серии там что-то проходили, и я еще оставил коды вам на... Там, типа, на машинку, ну, на доджик. В принципе, как бы и сегодня будет такая тема, как бы она, ну, как бы остается у нас, я как бы периодически буду выкладывать, мы сегодня тоже, в этой серии тоже выложу, выложу эти коды, короче, не знаю, как у кого, что там успели, не успели, друзья, ну, сегодня еще раз будет попытка, сможете еще, как бы, успеть забрать себе код, получить халяву, ну, в смысле, все типа пучком. У нас тут какой-то чемоданчик, его надо бы взять. Так, мы получили какой-то Splash Muzzle и VBE Sniper Rifle. Так, ну снайперская винтовка, я не знаю, что у нас она там может вообще. Ее ценим по уровню. Урон, ну 3000 урона. Так. У нас наносит 710 урона, а этот у нас, ну, так нормально, в принципе, ну, неплохо. Давайте проапгрейдим, что ли, ну. Чё? Чё, серьезно? Типа... Ну ладно. Короче, по всей видимости, у них там что-то лажануло, и они не могут дать мне возможность качнуть винтовочку. Так что давайте сразу приступим к основной нашей задаче. Это прохождение. Сейчас надо патроны. Блин, я... Ну вот привычка, друзья. Всегда привычка вот это, нажимать эту кнопку. Я не знаю, зачем она вообще. Как ее выключить? Привычка, да, на такое. Ну, менять оружие на единичку. Ну что ж, давайте начнем задание наше. Так, ну, погнали. So explain your plan to me again, because I'm pretty sure what you're doing doesn't fit the definition of the word. Так, давайте, объясните мне, Буренька, план. Мы едем, короче, туда и убиваем всех. Ну, это все. А, ну, это отличный план. Зачем мне закрывать свой рот? Я убил дохуя людей, ты понял? И я тебя уебу за них уделать. Потому что меня бесит рейдеры. Так что закрой ебало. И сиди, блядь, там. Понял? Это план. Ну, я же тебе говорил, мудак. Погнали. Чё я должен делать? А, ну да, я подожду, наверное, тут, а. О, просадочки, просадочки, просадочки. О, да, это то, что... Т-4 Титан. Блин, а чё мне такую махину не дают? Почему у меня FPS? Ну ладно. Блин, я бы купил себе такое ведро. Ну, ей-богу, этот танк просто тупо ухуячит кого угодно. Кстати, пожар тут с прошлой серии остался.
Видимо, пожарных служб тут нету, а горит оно бесконечно. Они типа должны были стрелять. А, вы типа должны были меня мочить, я понял. Have a better chance of beating a bulge in a fist fight. Они меня типа мочат, что ли, да? Не, ну в принципе машина классная, она мне нравится. Не, ну страйк тут однозначный. У меня, кстати, талант играть в боулинг. Действительно талант. This Santana Murphy guy came to my door demanding things. Надо немножко ускоряться, чтобы страйк был более эффективный. Son of a bitch sounds crazy as a niner. Он нам сюда? Completely. And from what I've seen, he's more combat trained than... Ну, махина, конечно, крутая, мне нравится. Блин, мне бы такую дали, я бы охуел. Вот серьезно. А, ну давай, типа, возьми меня, тупая горилла. Я вообще ебал вас всех, вы поняли, бля? Ну чё, Торг? Ну? Давай слово. Нет времени седлать линия. Ой, блин. А, ну чё, у меня задача их мочить, да? Ну давайте. Бля, чё так лагает? Не, ну ребят, конечно, лишние тут. Ку-ку. Ку-ку. Да ты чё, серьезно? Бессмертный, что ли? Ну боже. У бабушки, наверное, в селе побыл, нажрался там, блядь. Сука, бессмертных, блядь, эликсиров. Сука, бабушка рейдера, охуеть. Да ты перезаряжай давай, не очкуй. Давайте потом чё. Помимо снайперской винтовки, мне же ещё что-то давали там. Обычный ассолт-карабин, вот он, да? Я не могу понять, что ты так заебываешь лагать-то, а? В принципе же ничего не должно тут лагать, по сути, ну. Оу, откуда у вас тут столько? Ну я ж типа как спецура, бля. А, мне надо защищать этих даунов, что ли? Не, ну вы, конечно, молодцы, я все понимаю, но этого я, бля, не понимаю. Вау, пуленепробиваемый пол. Это круто. А где вы спускаетесь? А, вот у вас лестница-то где. Где вы там? Ой, враг. Ой, свой то есть. Не, ну у тебя вообще есть какая-то, я не знаю. Какой-то неубиваемый вообще, ей-богу. Да чё ты тут торчишь, а? Такой крутой, бля, стоит, ничего не может сделать. Вот даун. Вау, да чё ты так серьезно, что ли? Да чё ты так лагаешь-то? Это нонсенс. Чё тут лагать-то будет?
Но он стрелял в ноги им. А ты чё стоишь, бля? Я вообще не понимаю, что за ебодрите тут происходит. Чё такой высокий FPS? The only choice now, dickheads, is how you die. It's a long way down, but it sure would save us a hassle. Let's put the pressure on. О, да что ты так бегаешь так быстро, а? Да нет, ты серьезно, ты только меня мочить собираешься? А это еще чё, бляжи? Не думали, что это будет сильно легко, да? Я вообще не понимаю, что за хуйня тут происходит. Чё, бля, тут происходит вообще? Так, я не понял, мне вниз прыгать или куда? Боже, вы меня запутали. Никого вы мучите? А. Ну и что дальше? А куда дальше? Серьезно, да? О, гранаты. Там что-то валяется, подожди. А, эти зеленые хуйни. Ну ладно. А что, двери надо открыть? Ну окей, давай откроем двери. О, я де... О, запри... Ну привет. Не, ну вы пока гаситесь, а я тут постою. Потом за стеной, что ли, бегать? Не, ну я смотрю, вы совсем какие-то... Ой. Кривые, ну ей-богу, ну посмотри, ну что за хер... За стилем! А как вы туда вышли? Как вы туда вышли, алло? А теперь вернулись? Да что вы такое? О, ворот. Блю. Иди нахуй. Ну да, гасим. А что мне там надо сделать-то? Я не понял. А, я горю. Это нехорошо. Наверное. Так, давай поменяем эту пушку на какую-нибудь. Вау, это нехорошо. Да ты смеешься. Братюнь, я, конечно, все понимаю, но этого я не понимаю. Пиздык.
Вот так я решаю проблемы. Вау, что-то я взял. А, что это значит? А! Вау, вот это лаги. Нет, Трион Ворлд, вы, конечно, умеете создавать жопу в игре. Каким образом вообще можно создать такие лаги? Я не понимаю. Чё тут, блядь, может нагружать их систему? О, надо отойти, что ли? А то у меня житок вообще нету. Сосунки вообще, ты посмотри на них. Тоже меня не думают, блядь, что не могут убить главного героя. Бля, вы, конечно, охуенные ребята, но... Бля, вы поперли на главного героя, а главного героя убить нереально. Ну, закон всех игр, фильмов. И это даже же не концовка, так что чё вы, блядь, надеетесь-то? Боже, ты, конечно, тут быстрый. О, бля. Не, конечно, они очень сильно мне нравятся тем, что они пытаются переть на главного героя. Но, по-моему, я не могу быстро двигаться. Не, ну эта пушка крутая, конечно. Скажу, что ну да, она действительно бомбезная. В плане того, чтобы косить толпы, да. Воу. I'm good. Да я тоже good. Робин Гуд. Бля. Это кто? А, это свой. Да вы серьезно? А, он там наверху сидит, дебил. Себя же хуярит. Ну, НДЦП. Да что ты там встал со своим щитом поганым? Ну иди сюда. Вот я смотрю, вот эта пушка самая вообще топ. Вот реально. Не, ну вы вообще собираетесь умирать как бы немножко, не? А, это же наш главный герой этого, главный бандит, типа плохой парень. Его же нам типа ухуячить надо. Вот я думаю, что он не умирает-то никак. Вы вроде всех загандонили, а этот, блядь, бегает. Нет, ты умирать будешь, не? Да я же у тебя загасить должен был. Все, нету. Без дарики. We'll meet back at Torts. Figure out what's next. Ну, окей, чё это было? Это всё было? Это всё ништяк, типа? Да, ты посмотри, продолжить. Экспиху дали, ну вообще. Эль Диабло. Чё за Эль Диабло? Чё за Эль Диабло? Подожди, что это за дьябло? Ё-моё, вот это дьябло. Почему музыка не прекращается? Вроде уже как бы все закончилось. Итак, что там? У нас следующая миссия по порядку. Давайте дальше.
Точнее, миссия аж вот тут, так что мы быстренько туда телепортируемся, ибо нехер делать. Ну, блин, ну ехать туда это долго. А музыка-то почему осталась? Я не понял. Это чё за базар вообще? Эй, алло. Чё, зависло, что ли? Алло, музыка. Давайте броню подремонтируем, а то что-то не очень все хорошо. Не могу проапгрейдить уже свою винтовку, а то она уже сколько уровней не апгрейдилась. А чё я не могу проапгрейдить-то её? А, у меня вроде ключики же есть, да? Ладно, пошли на следующее задание, может эта музыка пропадёт. Или нам надо его закончить? О, нам дадут какую-то броню и дохуя всего. Abandoned Earth Military Coalition bunker. I heard rumors that there was a Nova strike inside. I've never believed it. That type of weapon hasn't been used in over a decade. If Grant's right, and that's what brought down the Strata carrier, we need to get control of the thing before they use it again. It sure would be nice to have one of those on our side, wouldn't it? Yeah, it sure would. Что у него за татушка такая на руке? I can talk someone through resetting all the pass keys. It would give us control of it. You're sure? Always. I know for a fact that I can override the security. I can't speak for your ability to do what I tell you, though. Sorry. He can do it. Heavy weapons and ballistics in the Pale Wars. That's good. That's actually very good. Let's get the hell in there, then. Так, а чё у нас вообще в этом плане у нас? А, нам типа надо сюда нажать, типа чё, миссию нажать или шо? Хотя махина неплохая, так... А-а-а, подожди! Кстати, ребята, это отсылка к сериалу. В сериале был точно такой же фургон, если, может, это кто смотрел. Только у них тут было две двери. Ну, в смысле, тут у них было две двери. А, в принципе, они его сделали классно. Да, у него типа было сбоку, колеса тоже обклеены. А в салон, кстати, в салон у него довольно был такой приличный. В этом плане, да, классно сделано. Блять, ну. Я случайно активировал ее. It utilizes an ion-based energy blast to slice through even the strongest materials on Earth. Случайно. Я не понимаю, что у нас тут вообще за дичь происходит с FPS. Но игра действительно как-то очень сильно напряженно себя ведет. Ну вот реально. Воу, нихуя себе. Глядит на нервирующих устройств, типа, понял. У меня сколько тут этих? А, ноль, понятно. Впрочем, ничего нового. Блокбокс. А, типа ключики там всякие. Нахуй надо. Иха. Иха, иха. Тоже мне иха. Заихачила, да? Вот это костюм. Так, чё я хотел, чё я хотел. Давай сюда заглянем. Это чё у него, у нас супер предложение такое, да, за 15 кусков ты мне хочешь впарить этот дюшманский байк, а чё он, как он выглядит вообще? Говнобайк хочешь мне впарить, да? На, пошли вы знаете куда. У меня таких, как этот байк, дохуя.
Точнее, два, но все равно. Садись. Поехали. У меня замечательная машина, которая мне очень даже нравится. Чем мне тут написано? Нарисовано было, что тут какие-то враги, что ли? В принципе. Блядь, что такое? Нам надо, короче, ехать вон тудашеньки аж. А это довольно быстро, я смотрю. Ну и за исключением того, что тут мы встретим воду, ну да ладно. Я немножко не понимаю того, что когда мы заходим в воду, у нас начинает синим покрываться экран. Это как-то странно, ну блин, это... Я же не могу просто взять и утонуть, блин, если я прыгаю в воде. Ну это нелогично, как минимум, мне кажется. Ну поехали. Кстати, Доджи, как в фильме, в самом сериале, фильма, ну как его там назвать? Ну, в принципе, сериал, да. Ну, там такого, тут такого доджа нет, в смысле, четырехдверный такой додж прикольный, мне он и понравился, он был у законника, ну, типа, главного героя. А наша задача тут, наверное, всех перегасить, да? Next. Ты там ползаешь? Говноед ты, а? Ух ты, убивай довольно быстро, хочу сказать. Ну, выгашивает она, конечно, красиво. Не, ну быстро, мне нравится. Вот это, конечно, пушка стоит. Воу, привет, чувак. Чё, пострелял? Не? Пиздык. Это есть их бункер, да? Ну давайте посмотрим, что тут, как у них тут дела вообще. Как они тут вообще живут. Давай машину возьмем, потому что мне... А чё ты мне туда машину спавнишь? Меня вообще не в ту сторону... Да ты даёшь, конечно, ты меня поражаешь. Поехали. Бип-бип, ёлки-палки встали на дороге. Тоже мне, блин, охреневшие какие-то. Ну вот я и приехал. О, это свои. Outside's taken care of. Check your clips. I don't think bullets are gonna be any less relevant in there. Так, я хотя бы базу какую-нибудь там припас себе, а то я совсем. Ну, типа сюда надо, да? Давай я. Это ты типа на планшете заходишь туда? Че это было? Ну погнали. Я бы, знаете, что сделал? Взял бы эту штуку, поменял ее на снайперку. Бля, ну ты можешь не светить своими ракетами. Ну было бы действительно проще. Да хватит своими ракетами сверкать, ну нихуя ж не видно. Ну блин, ну вы даете, ребят. Своей базукой приперся, блин. Вот все подговнячил тут, блин, зараза, а? А, все, полные патроны, понял. Все. Ну давай, открывай. Че, как оно? А, нам типа сюда. Готово, чё вы паритесь-то, очкуете.
Ой-ой-ой, чё ж тут так лагает? Ты ёпты, бля, игра, блин, не особо высшего качества. Графика, ну, блядь, а чё лагать-то, я не понимаю. Да ты мог его и так уже своей базукой ебаной убить. Ну и чё, слился-то? Вот-вот. Security door controls are this way. I'll need cover while I override the locks. Alright, we'll split up here. You take care of the sons of bitches that way. We'll meet you at the control room. Ну окей. А ща я буду файтиться один, да? Ну давай, окей. Смотри. Ну ща, подожди, я возьму что-нибудь. Лучше ракетницу, наверное. Хотя мне моя старшая ракетница как-то больше нравилась. Пока нигде не наводится, да? Ладно, базука не такая плохая. В принципе, неплохая, но все равно. Нет, ты что, серьезно, ты издеваешься, да? Вот так было бы проще сделать. Не надо мозги марать, блин, об это. Чё, ты бессмертный, что ли? Бля, тут, конечно, лагов. Чё за лаги? Откуда они берутся вообще? Откуда ты так лагаешь? Какого хера? Что за оптимизация? Мать его. Не смотрю туда. FPS все равно не поднимается. Это какая-то ебаная херня, не могу понять, что за херня. В чем суть вообще? Так, значит, у нас там. Бля. Ну, а я еще и застревать умею, классно. А, я понял, оно типа пробраться туда. Так, у нас есть турель там, турель тут. В общем, дохуя турелей. Давайте разберемся. Давайте работать по порядку. Значит, уберем сначала вот эту турель. А можно сделать просто вот так вот. Каким макаром вы меня так жестко палите? Подрубаете, да? Ну так я знал, что подрубаете читы. Умри, сатанинская хуйня. Умри. Не, ребят, вы не серьезно относитесь к своей работе. Так, это у нас там пушка. Я показал, что у меня кто-то за спиной стоит и меня мочит. Ауч. То чувство, когда неприятно ударился пальцем в клавиатуру.
Не, ну вы, ребят, вы, конечно, отличные парни. Но мне с вами не по пути. Ух ты, что это такое? Что, то же самое, что ли? Вы, блин, издеваетесь, наверное, я так полагаю, да? О, это который на... Ну, я это делал, свою задачу, вы... Блин, просто посмотрите, как я идеально ее выполняю. И вы мне скажете, что я плохо работаю. Выкуси. И ничто против моего слишком умного интеллекта. Я вас обдурил. А вы даже не поняли этого. Подожди, а как нам бить ее? Вот так вот. Ты даже не заподозреваешь, что я стою сзади. Вот. Кто здесь бог? А потом я тебя еще и выключу. Я их обдурил. Ой, найсовая штука. Классная штука, мне нравится. Хоть толпы ими эта штука застреливает, вообще классно. Ну ништяк просто, мне нравится. Что это такое? Да что так лагает? Я не могу понять, друзья, что это за херня вообще? Что с Defiance вообще происходит? Что с игрой? Ублюдки, мать твою. Да вот мой фейс. Так тебе он не понравился. Ну, да ладно, но я же не такой страшный. I'll keep him bottleneck this way. You keep Maltorx back. А чё вы, ребята, делали? Я тут, блядь, толпы чуваков валил, а вы где ходили? Keep me covered. Ну ладно. You've got raiders moving in from the northeast. О, да, ребята, а вы не ожидали, да. А пушка классная, мне нравится. Вот, например, если там толпа, да, вот таких вот долбодятлов. Нет, ну недостаточно точно. Так куда ты убегаешь? Что, ты дурачок, что ли? Thank you.
Я вообще не понимаю, зачем ты там стоишь. Что ты тут делаешь вообще? Ты посмотри на него, он даже не мочит их. Он просто стоит на них, смотрит. Он тупо просто встал и втыкает на них. Бля, ну ты чё, серьёзно? Я вон, смотри, сколько в тебя влепил уже этих штук. Ну вот, вот так и надо, ну. Не стесняйся. Вау, я себя продамажил, кажись. Давай на эту твою перделку. Да хватит взрываться, что такое-то не это неправильно, что ли? Чё ты все время сливаешься? Боже, ты задолбал. Я его взорвал, ему он сказал, что ему хорошо уже. Так и быть. О, смотри, протектор нашел. Нет! Я же хотел забрать винтовку. Большая красная кнопка, нажми на нее. Ну, теперь вы получали доступ на большую базу. Pack your socks and galoshes, Bombach. Now that we have the Nova Strike on our side. We'll push into San Fran, get that goddamn Arc Matrix, and end this. О, да я тут и появился, отлично. Я хотел тут винтовку поднять. Что она мне даст? Что за винтовка? О, нам дали шмот, друзья. Это, блядь, что за хуйня? Да не, мне... Лавкипер мне больше нравится. А что у нас там? На шлемы есть, шапочки. Пускай будет так. Мне кажется, так пока лучше будет. Так, а что у нас насчет винтовки? Это, да, не, херня какая-то. Дюш-винтовка. Давай оставим, короче, эту штуку, протектор. В принципе, штука, я так смотрю, полезная. От нее можно толку больше получить. Я думаю, на этом можно заканчивать, друзья. Всех благодарю за просмотр. Вот, сказал. Ну и... Ребят, вы посмотрите, что это такое? А, говно. Ну, это можно продать. Кстати, предлагаю потом как-нибудь это продать. Это не взрывается. Я думал, он взорвется, меня убьет.
сожалению, нет. Что ж, друзья, всем спасибо за просмотр. С вас лайк, подписка, если видео понравилось, естественно. Ну и, короче, в этом духе. Всем как бы пока. Коды останутся на донат, как я как обещал. Короче, три кода будет опять-таки в описании. Ну, вы вводите их, по-моему, в лаунчере, потому что я сам никогда код не вводил, потому, ну, типа, как бы, чё и куда их пилить, я не знаю. Но я знаю, что их точно не в игре вводить, а, по-моему, только в лаунчере или на сайте там, ну. Думаю, если погуглить, разберетесь, потому что, ну, как бы, я кодами этими не пользовался, и потому, ну, не знаю, как их там, чё там, куда их там шмундорить. Ну, в общем, и на этом, друзья, спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. И всего вам хорошего. Пока-пока.